Слаженность действий и работа в парах – основная задача полевого выхода спецов Росгвардии. В этот раз формат был необычный. Два подразделения – ОМОН и СОБР – выступали в смешанных боевых порядках. Отрабатывали вопросы взаимодействия между сотрудниками подразделения, а также с подобными подразделениями, то есть непосредственно с подразделением ОМОН. Для того, чтобы в дальнейшем выполнять поставленные задачи в зоне СВО. А начали они с места в карьер, с 35-километрового марш-броска по пересеченной местности. Этот элемент утяжелили через боевое слаживание. Параллельно выполняли задачи по ориентированию на местности и движению по азимутам. Особое внимание уделили совместной разведке, а также поиску и обнаружению преступников в условиях лесистой и сельской местности. Отрабатывались вопросы топографии, тактика специальной подготовки. Ну и полевой выход у нас заканчивается, как всегда, тактика специальным занятием. Заключается уже непосредственно проверка умения подразделения выполнить боевую задачу, где мы не отрабатываем учебные вопросы, а выполняем задачу сразу в целом. Практическое занятие по инженерно-саперной подготовке, медицинской и тактико-специальной. Под финал – огневой рубеж. Стрельба из различных видов вооружения, в том числе и в условиях недостаточной видимости. Командиры отрядов считают, что бойцы с задачей справились. Теперь нужно все отточить до автоматизма, чтобы быть готовым к любой нештатной ситуации. А то мало ли что.